Так, что же я ищу в телефоне? Хочу вам кое-что показать. Как вы знаете, наша мама уехала в Украину, чтобы решить там свои дела паспортные. А мы сейчас собираемся на... Покажи. Чекай. Вот. Импреза. Вот так вот. 19-я родина импреза пленерова. Это будет... происходить в Щемахе Фачимих, это другая Щемаха. Это будет соседняя Щедлая, и мы уже практически готовы. Я вот взял с собой, сделал такие два лаваша мальчишкам. Это для Славы. Два бутерброда. Почему два и два? Потому что Слава уже сильно взрослая, ой, и она не хочет с нами ехать. Поэтому я еду только с мальчишками. Нет. Да, Слава. Поэтому у нас все нормально. Воскресный день проходит также активно. Нашей маме передаем привет. Да. Не скучайте. Привет. Если что-то будет интересное... Мы запишем. Да, мы не запишем, потому что Славы с нами не будет. Ой. А у меня на телефоне плохая камера. Хотя Слава... Возможно, поеду туда с друзьями. Возможно, будет, но с друзьями, отдельно от нас. Слава, если будет что-то интересное, если ты там будешь, поснимай что-то. Давай. Давай, пока. Итак, какой же праздник, какие же разрывки без сладкого? Тим, ты, по-моему, сейчас все закрываешь. Вон. У Романа есть вот такие сладости. Какие еще? Какие еще? Показывай. Вот. Мы это все не украли. Мы это все купили. Кстати, есть вот такой вот столик. Вот. И там много-много разных сладостей. Все стоит по 4 злотых. Поэтому мы сейчас подкрепимся сладким. Ну и поедем дальше. Мы еще ничего не успели сделать, но ребята устали и решили отдохнуть. Буду вам по мере нашего продвижения по этому всему фестивалю показывать, что здесь есть. Есть вот такие вот, вон на заднем плане, там вон, видите, мыльные пузыри такие надувают. Сразу, кстати, извиняюсь, возможно, за качество видео и за то, что снимаю вот на переднюю камеру, потому что телефоны уже все поменяли, кроме меня. У меня еще очень старенький, поэтому иногда может подвести. Вон, кстати, увидел. Вон, видите, во что там играют? Вот, сейчас покажу поближе. Вот. Если узнали, что это за игра, напишите в комментариях. Так, ребята, вы меня пока подождите, я сейчас покажу, что здесь есть еще. Так, все, что здесь рядышком, вот коробка с мелками стоит, видимо, просто оставили для детей, чтобы дети подходили, рисовали. Романа, кстати, очень... Ага, вот есть рисование на тважах. А Романа, на удивление, заинтересовала, знаете что? Что найти? Проходит вот такой вот турнир. Я не знаю, видно, не видно. Сейчас попробую показать. Вон там проходит турнир по шахматам. Поэтому, ладно, сейчас еще немножко осмотрюсь, еще раз, еще покажу, что еще есть. Вот, решил показать немножко поближе. Видите, то есть там все дети играют, и там прям серьезные партии проходят. Еще, кстати, как такое бесплатное развлечение нашел, все залазят в кабину к страж-пожарным и фотографируются там. Как вы видите, на меня сгрузили все шарики. Хотел вам кое-что показать. Вы видите, да, все-таки Роман не смог пройти мимо и затащил туда и Тимура. И я вижу, что там очень и очень серьезная партия.
прогуливаясь дальше по нашему фестивалю, хотел показать вот такие вот палатки фудтрака. Опять же, можно подкрепиться, если вы не взяли с собой бутерброды, так как мы. И, наверное, из последнего, то, что тут есть, то, что я увидел, это вот такая вот сцена, на которой сегодня будут очень многие выступать. Люди, дети, собаки. Это будет проходить до 20:30. Поэтому, возможно, вечером здесь будет что-то лучше, интереснее, красивее. Но, как я вижу, что надолго мы здесь не задержимся, потому что особо здесь где-то поиграть, ну, как для детей, нету места. Поэтому мы сейчас быстренько что-то придумаем и поедем куда-то в другое. А пока мы ходили, вернее, играли и сидели в шахматы, посмотрите, что здесь творится. И не надо никакого зала. Фитнес на свежем воздухе. Не мог, конечно, не рассказать, что мы взяли участие в лотерее. Мне, конечно, на лотерее тотально не везет. Роман, покажи, какой у нас номерок. 379. Сейчас буквально через 10 минут уже будет розыгрыш. И, как я понял, можно выиграть какую-то что-то из кухонной техники, вроде. Ну, посмотрим. По крайней мере, лотерея бесплатная, поэтому